Моше Миллер, Михаил Арнольдович. Критики продолжают спорить, можно ли сравнивать его с Мусоргским. Ведь единственную из опер Миллера, дошедшую до постановки в 1923 году, запретили после двух постановок за религиозный, мистический характер. Миллер родился на Украине, осиротел 8 лет. Ангельский голос и абсолютный слух превратил его юность в увлекательную авантюрную историю. Капельмейстеры буквально выкрадывали его друг у друга. Но, к счастью, все кончилось хорошо. Повзрослев, Миша учился вначале в Киевской, а потом в Петербургской консерватории, где и стал активным участником общества. Его вокальную миниатюру в «Хедере» даже самые придирчивые критики считают наиболее успешным примером серьезной еврейской музыки. Песня Миллера с добрым юмором изображает учителя наивным неудачником, пытающимся научить детей первым буквам алфавита. Ее ритм имитирует разговорный язык и напевную форму, с которой Меламед обращался к ученикам. Моше Миллер, Хедре.
Was denn, wenn du Frauen was du gelernt in Heide? Sollst du sommerlich haben?